Как вы сегодня выглядите? Как вы сегодня себя чувствуете? А? А кто автор? Вы являетесь автором, это вы решили. Как вы будете себя чувствовать? Вы будете улыбаться, вы будете красиво, ярко выглядеть? Или вы вот как вот унылая какашка, несмотря на то, что там дождь на улице или еще что-то происходит? Всегда что-то происходит, везде какие-то события происходят. Но вы решаете, какое у вас сегодня будет мировосприятие, и как вы будете выглядеть, и что во мне, то и во мне, и что вы будете транслировать. Человек есть путник и есть путь. Путник – это вы, а путь – это то, что вы придумали. Вы выбираете, каким будет ваш день, каким будет ваш путь сегодня, завтра, и какие события вы подтянете в ближайшее время. Как-то так. Возьмите ответственность на себя. И начните программировать позитив.